Так, они все на меня смотрят. Мне кажется, они ждут от меня чего-то. Так, ты старший ведь, да? А что у тебя с жизнями? А, все. Опять эта твоя улыбка странная. Ну, поехали. Мы сделали это. Поверить не могу. Я ведь не думал, что это сработает. Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу. О, да. Еще не конец. Даже не близко. Это был только первый шаг. Если мы хотим вернуть себе этот город, нам нужно пробиться внутрь замка. Ты все это время с нами. Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить, твоя помощь нам очень пригодится. Должен предупредить, то, что мы видели, не идет ни в какое сравнение с битвами, что, возможно, ждут нас. Воспользуйся этой передышкой, чтобы прийти в себя и все обдумать. Потом дай мне знать, и мы будем двигаться дальше. Хватит трепаться, но, с другой стороны, в принципе, правильно. Я сейчас пойду и починю все свои доспехи. А, вот ты где, лысый. Ну что скажешь на этот раз? Почему наши боги покинули нас? Да все просто. У каждого свои боги. Хватит болтать. Вот и все. Действительно, хватит болтать. Это вот что мне нужно. Нерв, бандят. Врата закрыты. Это первая хорошая новость за последнее время. А какая вторая? Так, чини мне. Неумно носиться. Подожди, что... Что неумно носить с собой? А, чинить все. Отремонтировать все инструменты за 84 золотых. Ну, конечно. Все, отлично, спасибо тебе. А что насчет торговли? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. А возможно, тебя заинтересуют мои товары превосходные. Железная стрела и стальная стрела. Ого, вот это поворот. Подожди, железная булава. Ну, я же и не пользуюсь. На какой хер нам сдалась? Продаем. 5, да. Это честная сделка. Ну, я сомневаюсь. Вот честно, я сомневаюсь в твоей честности. Будем откровенны. Так, подожди. Дриморская булава. 100. Блин, нахрена я чинил? Вот это я накосячил. Ну ладно, не страшно. Тогда я продаю. Продаю, потому что она мне не нужна. Это честная сделка. Железный меч 4 и этот 4. 7, 10. А в чем тогда разница, подожди? Нет, пусть будут 2 у меня, 195. А, это деньги. В принципе, тогда все. Спасибо. Расскажи обо мне своим друзьям. Хорошо, обязательно. Я вернулся. Ну что, пойдем? Как ты? Нам нужна твоя помощь, чтобы пробиться в замок. Поспеши. Скоро мы должны выступать. Да я прекрасно, все, идем. Я знал, что ты пойдешь. Ага. Наша цель — ворота замка. Через эту дверь мы должны выйти на площадь перед главными замковыми воротами. Тебе не нужно объяснять основы. Держись поближе и будь настороже. Вперед! Вперед! Все, воины мои! Подожди, месяц, остань. Вперед! Все, я разберусь. Кстати, мне нужно щит взять. Ёлки-палки. Хорошая идея. Почему я бегаю без щита? Ну все. Все, нахрен. Хватит. Оп. Оп. Урод. Хватит кричать. Жалкая жаба. Блин, вообще... А, нет, смотри. Хорош, хорош. Золото и стальная стрела. Блин, все забирай стрелки. Стрелки мне все пригодятся. Куда идем? Кто главный? Я, что ли, главный? Вперед! Видишь, не очень получается. Давай ты. Давай. Ты чё, блин, за меня прячешься, что ли? Серьезно? Мы должны пробиться в замок. Да, я тоже так думаю. Куда ты побежишь? Ай, блин. Так пробиваемся, ну. Охренеть, подожди, они меня реально ждут. Я не могу отдыхать, когда рядом находятся враги. Вы враги? Ах, вы уроды, блин, а? Раз. Ладно, все, хватит дурачиться, куда идти? Я так понимаю, что все равно действительно бегу я первый. Они все равно не могут ничего сделать, только кричат вроде как. Но они идут за мной. А, нет, ни хрена, не сюда. Так показывай, нас уже атакуют. Ну что ты за клоун, а? Еще и дождь пошел. Я тебя не боюсь.
Да ладно, я тоже тебя не боюсь. Ну пойдем прорываться в замок. Я, правда, не знаю действительно, куда нам идти. А, нет, стой. Все за мной! Нет, показывают сюда. Подожди. Черт, вот досада. Эти ворота закрыты. А открыть их можно только изнутри, из караульного помещения. Ворота замка? Да, ворота замка, блин. Мы не можем открыть ворота с этой стороны. Единственный механизм, поднимающий их, находится внутри караульного помещения. А единственный способ попасть в караульное помещение – пройти через туннель в северном здании стражи. Но вход в него всегда держали заперт. Поспеши, найди Береха Иниа. Он должен быть в часовне. И у него должен быть ключ от здания стражи. Когда ключ будет у тебя, войди в здание стражи, найди туннель и открой эти ворота. Тогда мы сможем войти в замок. Что-то он накидал мне в копилку заданий. Куда идти? Блин, не говори, что обратно. Серьезно? Подожди, давай глянем. Нет, вроде бы здесь. А мы откуда пришли вообще? Не сюда, вроде как. Ого, здорово. Мы патрулировали окрестности и увидели дым на золотой дороге. Чем мы можем помочь? А, значит так, двойную колу, пиццу и Биг Мак можно принести? Да, наверное, пока все. Следуй за мной. Мы будем идти за тобой. Так, подожди минутку, солдат легиона. Пойдем за мной. А где остальные-то? Где твои кореша, солдат имперского легиона? Твою мать. Ты прикалываешься? Подожди, нет, это уже что-то не смешно, мне это начинает надоедать. Битва за замок, это активные задания. Битва за замок, битва за замок. Битва за замок, мне нужно идти... Береха и Ниана в часовник Квач. Вот карта. Давай заново. Мне нужно найти Береха и Ниана в часовник Квача и попросить у него ключи от здания стражи. Блин, обратно идти. А там эти сейчас стоят. Да. О, как вас много. Дай пройти, дай пройти. А где я его найду, интересно? Так, это не он случайно? А, он! Нифига себе! Квачу конец! Да хватит ныть, как ты меня достал, сопляк. Ничего нет. Я жду, когда капитан Матиус отдаст приказ. Наконец-то у нас появился шанс нанести ответный удар. Ключи мне отдай. Да, он у меня. А что? Поиграть хочу, идиот ты, блин. Стоило тебе оказать страже одну маленькую услугу, и ты уже считаешь себя лучшим другом Матиуса? О-о-о. Скорее всего, ты не найдешь его без моей помощи. Я пойду с тобой. Если мы доберемся туда, я открою тебе дверь. Я еще кое-что могу. Ну-ка, давай. Скажи мне, урод. Слушай, ты посмотри. Это что, ревность, что ли? Я не могу понять. Что это было сейчас? А ну дайте мне пройти, ну. Ну ладно, ты с ним, значит, разберешься. А я вот с ним. На, получай. Получай, сучка. А, это не того я бью. Так, вот ты, получай. Получай, сучка. А, подожди, он мертвый. Но при бабле. Так, подожди. Вот ты точно сейчас у меня получишь урок. На, получай, он от меня убегает. Сучка. Кость. Вот так вот, ты понял? Лучник имперского легиона. Так, подожди, а где этот клоун? Вот он. Стоп, подожди. Опять начинается эта тема, что я ничего не вижу. Мне нужен факел. А ведь он у меня оставался, да? 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 Нет. А где факел? Блин, где мне факел взять? Что вы за мной ходите, а? Стадо баранов, блин. Ай, пойдем, 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 ладно. Я иду за ним, а за мной бегут эти три товарища. Ну хорошо, в принципе, помощь, она, знаешь, она никогда не бывает лишней, скажем так. И в меня, естественно. Ох, ничего себе, я прям видел, как в него стрелы втыкались. Это было, блин, круто, а лучше. Где?
Кого убили? Кого убили? Я сейчас разберусь. Лучник, молодец. Успокойся, все. Ты уже бессмертный, что ли? Но я не поверю, что они не могут справиться. Да как так? Берри Хэниан умер. Мне нужно забрать у него ключ от здания стражи и идти дальше. А, ну вот, видимо, почему он не хотел идти. Он, ну, короче, такой кислый, понял? А где он? Так. А эти кореша со мной, это хорошо. Прикинь, я был бы один. А куда идти дальше? Я хоть, знаешь, рассчитывал, что он меня ведет и покажет. Но ладно, блин, слушай, все равно. Ну, молодец, он сражался достойно. Подожди. Ключ от здания. Золото заодно, почему бы и нет. Итак. Блин, а если одеться? Подожди, давай сначала заберем все это у него. Ничего страшного, думаю, не произойдет. Сравним с моим. И, возможно, я сейчас переоденусь. Я съел сердце Даэдра. Так, хорошо, а теперь-то куда идти? Так. Нет, подожди. А, он сказал, возвращайся с ключом, правильно? Насколько я помню, теперь мне нужно, получается, обратно идти. Так, только сначала вступим в схватку здесь. Быстренько этих уродов завалим. И чтобы не профукать свое войско хотя бы, хоть небольшое. Так, ну дай пройти. Вот урод, а. Чё, гонишь, что ли? Мерзкий тип. Остался последний. Два. О, как я увернулся, ты видел? Давай. Все. Подожди, он что, убил? Какого хрена? Блин, ну хотя бы могу восстановиться. Подожди, отмена. Сохранить нужно сначала. Как так вышло? Все, готово. Я восстановился. Блин, жалко, жалко. Не то взял. Так, подожди. Нужно выкинуть. Давай сначала сравним. Что у нас там по щитку? Блин, это хреново. Только я сюда побежал и сказал, что не хочу, чтобы никто из моих людей пострадал. И на тебе. Подожди, нас же было трое. Точнее, нас, в общем, было четверо. Если один умер... Еще двое. Серьезно, ты один остался у меня? Ну пойдем тогда отсюда нахрен. Мне так нужно. Нифига не сюда нужно. Почему? Или мне кажется, меч красного цвета. Давай обратно. Идешь? А, как так вышло, я не могу понять, блин. Хреновая тема. Почему я так медленно иду? Меня это тоже устраивает. Ну нет, у меня всегда бег. Факела нет у меня. Ладно, сейчас будем возвращаться. Получается, я не туда иду. Да? Давай глянем лишний раз, подожди. Так, подожди, вон он, урод, идет за деревом. Да, слушай, получается, я потерял почти всех людей. Ну что, два лучника, вот он может двигаться, ну. Еще не хватало, чтобы он умер последний. Стреляй в меня, ублюдок. Стреляй, не бойся. Мы с тобой один на один сейчас выясним наши отношения. Давай, ты весь как еж в стрелах. Все, готов, слушай, красава. Красавчик, лучник имперского региона. Битва за замок Квач. Мне удалось найти вход в тоннель Квача. Мне нужно пробраться по туннелям к караульному помещению, открыть ворота и впустить стражников во двор замка. Так, давай этим и займемся. Сохраночка и вперед. Я не думаю, что мы здесь одни. Мне бы, конечно, знаешь, что не помешало, дружище. Мне бы не помешал факел, но у меня, блин, его нет. Точно нет, кстати говоря. По-моему, нет. Да, нет у меня факела, но у меня есть, смотри, какой щит крутой, блин. С таким щитом я никого не боюсь. Оп! Иду. Оп! Так, пойдем. Лучник, будешь меня прикрывать. У тебя дальность поражение гораздо лучше. Дальше, точнее, нежели у меня. Что у меня, блин, на расстоянии меча? А все, что ли, блин, типа пройти? Ну ладно, сейчас откроем там все, что нужно. Автосохранение быстрое сразу. Че, ждете? А я здесь. Открываем ворота. Сейчас жара будет. Так, мне удалось поднять ворота замка Квач. Теперь нужно помочь Савлиану и его людям уничтожить монстров, которые находятся в замке. Ну пойдем! Пойдем, сейчас будет жарко!
начинаем шоу. Они выстроились, Шоу, так, подожди, ты чего здесь делаешь? Произошло, говорит, убийство. Конечно, я убиваю направо и налево. Безжалостно. Так, да. А ты что там стоишь, лучник? Все. Дай я ему шлепну по голове. Кто еще? А, вон еще один маленький ублюдок остался. Так, у меня мышка почти отказала. Стой, я иду. Все. Здесь все чисто. Мы должны пробиться внутрь и найти графа, пока еще не поздно. Вперед! Да вперед-то вперед. Я просто вообще этого не помню, ничего себе. Как, блин, что произошло? Как это было? Ну пойдемте, ладно. О, лучник этот с нами еще, нормально, он еще жив. Это радует, это не может не радовать. Умри, тварь! Это какой-то вроде серьезный тип. Кстати, их много, блин. Дай я пройду. А, там женщина с нами борется. Ничего себе, нормально. Сейчас все будет по красоте. Ну что, уроды? Я пришел. Не отходи от меня, не отворачивайся. Понял, когда я с тобой разговариваю? Кстати, эти ребята, по-моему, посерьезнее. Посмотри. Мне, конечно, кажется, но они, во-первых, по-моему, побольше. Но это, конечно, не так. Вряд ли прям. Давай, иди сюда. Урод. Куда ты убегаешь? Я здесь. Сейчас мы с ним быстро справимся. И все, и пойдем в бар. Во, подожди, бар. Сейчас кончится, блин, кажется, для меня бар. Так, а где бы восстановиться? О, прекрасно. Так, я на максималках. Собираем. О, лучник, красавчик. Он, видишь, он за мной ходит. Правильно. Не отходи далеко и будешь жив. Так, стрелки я, конечно, собираю. Кожа мне не нужна. Охренеть. Ой, голова опять. Кто туда голову положил? Пойдем дальше. Вперед. И только... Не понял, почему я один бегу? Ну, точнее, с лучником имперского легиона. Пойдем. Хорошо. Мы пробились сюда. Да. Мы останемся здесь и будем держать оборону. А ты иди в дальнюю часть замка и найди графа. Не возвращайся без него. Охренеть. Ну, вас, в принципе, трое, по-моему, да, осталось? Справитесь, если что. Так, пойдем. А, со мной лучник, второй идет. Блин, почему лучники? Почему мне не дали одного мечника? Ну что, в бой? Вперед, за мной. Не боимся ничего. Я не боюсь. Ну, вроде как. Они уже здесь. Автосохранение. Подожди, я тоже сохранюсь. Стой, а куда мы идем? Стой. Мы ищем графа Квача. Только... Нет, подожди, не в ту сторону. А я не понял, как так произошло, подожди. Почему я с этой стороны оказался? А, я обошел, блин. Все, я понял, нам туда. Вот это, короче, я ступил. По-королевски. Смотри, блин, всех завалили нахрен. Ну, почти всех. Но я был уже у нее, я у нее деньги стащил. Не очень красивый поступок. Но слушай, вот здесь вот когда-то восседал граф Квач. Но, походу, ему по шапке накидали. И все. Его, наверное, забрали с собой. Так, друзья мои, в путь! Где еще один? Лучник. Вот я говорю, было бы круто их как-нибудь оставить здесь, чтобы они, ну понял, остались живы. Я иногда так поступаю, когда есть такая возможность. Стой! А, тут еще одни. Было бы круто, чтобы я их всех сам перевалил, понимаешь? Какой-то урод сильный, а? Какого хрена ты тут смерть? Да не сюда. Они молодцы, они издалека не стреляют. В принципе, тоже помогает. Мне интересно, если они попадают. Что это было? Вот это он нормально меня так чуть не вырубил. Так, подожди. А здесь что? Я могу восстановиться? Только давай сначала сохранюсь. Давай. А, не могу отдыхать, пока враги близко. Подожди, тогда... Тогда нужно искать зелье, пряжа. Пряжа мне не поможет. Опять книги, это круто. Так, а что здесь? Комод. Вино братьев Сурили. Я думаю, что не сейчас. Спасибо, конечно, но не сейчас. Так, битва. Все же как-никак. Где граф? Да почему я не могу отдохнуть? Нужно найти какой-то уголок, понял, максимально, который находится в отдалении от врага. Блин, я сейчас доиграюсь, так что не прокатит. Подожди, нужно жизнь восстановить. Давай тогда восстанавливайся. Так, слабое зелье лечения. Ух, ничего себе слабое зелье лечения.
Во, прекрасно. Я как новенький. Книги разбросаны. Ну, отлично. Кто так с книгами поступает? Ставь лайк, если читаешь книжки. Чернильница. Ставь, блин, лайк, если читаешь книги, понял? Нет, ну я иногда читаю, признаюсь. Так, вино, виноград, это мне все не нужно, спасибо. Книги, блин, я бы вот говорю, я все забрал, ну серьезно, блин. Песочные часы, лопата, ну как всегда, всякий шлак. Я помню, в комментариях писали, да, спасибо, что типа, это нахер, ну, какая столовая, блин. А, ну хоть поесть можно, ну хотя вряд ли. Здесь, походу, все уже закончилось. Мне... Нет, у меня щит в руках. Вот пусть он и будет. Свернутая ткань. А... Там вино было, кстати, опять. Блин, что они здесь делают в этом замке? Бухают, что ли, постоянно? Нормально они отдыхают. Я хочу в этот замок. Так, все, идем, идем, идем. Ну что, встали-то? Вот говорю, их как-нибудь оставить, чтобы они остались там где-нибудь. Пусть они вино сидят там, глушат. А я сам справлюсь. Не то, что мне их помощь не нужна. Нет, конечно же, нужна. Блин, там кто-то нарисовался. Иду, иду, иду. Лучники, ждать меня. Что ты можешь? Где, где? А, вот он. Вот я не понял. Я делаю удар с набега. По идее, он сильнее, да? Ну, не просто же так он сделан. Почему? В жизни? Че, урод? Вот и все. Почему жизни отнимаются у него? О, кольчужный шлем. Неплохо, но шляпа. Так, защита 1. Для кого это, блин? Для залетных? Так, по сторонам. И до сих пор не могу отдыхать. Ну ладно, не страшно. Для кого этот шлем? Так, сейчас глянем, что здесь. А здесь ничего. Только керамический... кувшин. Так, дай пройти, дай пройти. Спасибо. Мне керамический кувшин не нужен. Я все посмотрел. Да, с той стороны не было прохода, я помню. Нам сет в эту сторону. Либо сюда. Давай здесь пройдемся. Но здесь, по-моему, ничего нет. А, вот он есть. Посмотри! Вот ты же видел, да? У меня даже вот так вот ему урон больше наносится. О, я могу отдохнуть. Отлично. Так, у меня полной жизни. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так с какого хрена? Я считаю, что это неправильно, блин. Потому что если есть такой усиленный удар... Подожди, мы туда сходим. Есть еще одна дверь, в которой я не был. Она здесь. И что интересно, там? Я ж туда так и не заходил еще. По-моему. Спальные помещения. Га! Вот! И видишь, ни хрена. Блин, зря я сюда зашел. Уйди, уйди, уйди. Все, отлично. Кстати, можно поспать. Не шипи, ничего себе. Ты на кого шипишь? Стрелку забираю. Ну, наконец-то, блин, наконец-то. Только второй уровень. Серьезно? Ну, хорошо, сила. Сила плюс 2. Смотри, скорость плюс 5. Это все, что я могу пока выбрать. Да, скорость плюс 5. Определяет, насколько быстро вы можете двигаться. Так, давай заново быстро пробежимся. Итак, сила влияет на максимальное количество переносимого вами груза. Ну, наконец-то! На ваш запас сил и на урон, наносимый оружием ближнего боя, таким как мечи и топоры. Отвечает за навыки дробящее оружие, клинки, рукопашный бой. Но сила, конечно же. Интеллект, ну это маги. Так, да, влияет на запас вашей магической энергии. Отвечает за навыки алхимия, колдовство и мистицизм. Ну, пока, наверное, не буду качать, потому что в первую очередь я, конечно, не маг. Сила воли влияет на скорость восстановления магии и на ваш запас сил. Отвечает за навыки разрушения, изменения и восстановления. Ловкость влияет на вашу способность уклоняться и стоять на ногах, на ваш запас сил. На урон при стрельбе из лука отвечает за навыки взлом, скрытность и стрельба. Так... Скорость определяет, насколько быстро вы можете двигаться. Отвечает за навыки атлетика, легкие доспехи и акробатика. Выносливость влияет на ваш запас силы, здоровья. Определяет, насколько возрастет ваше здоровье при повышении уровня. Вот это вот важно. Отвечает за навыки блокирования, оружейник и тяжелые доспехи. Поэтому выносливость. Обаяние влияет на отношение к вам людей. Персонажам с высоким обаянием легче собирать информацию.
отвечает за навыки красноречия, торговля и иллюзия. И удача. Вот я удачу точно уже прокачал. Подожди, все? Ну что? Да, но вообще скорость. Подожди, минутку, скорость определяет, насколько быстро можете двигаться. Отвечает за навыки атлетика, легкие доспехи. Ну давай, может быть, в следующий раз. Так, выход, наверное. Ну все. Ну все, вперед. Я, между прочим, второй уровень. Поняли, щеглы? Пойдем, пойдем, пойдем. У нас есть великие дела. Как только куда идти? Наверное, сюда. Больше некуда, я все уже обыскал, все посмотрел. Это что? Это ничего, это камни. Это камни. Ну, огонь, 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 огонь! Так, не лезь, не лезь, я сам с ним разберусь. Ну куда полез? Кстати, я его быстрее завалил, по-моему, тебе кажется. Так, ничего. А где граф-то, я не понял. Подожди, а где граф? А, вот он, блин. Охренеть. Ты что с графом сделал? Кожу с тебя снять за это можно. Так, я понял, подожди, давай обыщем. Ни хрена здесь нет. Вот как он мог... Ну, хотя, наверное, если здесь были факелы, все здесь было красиво. Не так, как сейчас разрушено. Так, золото графское забираем, потому что ему уже оно не нужно. Правильно? Ну, логично, логично. Ткани факел. Ткани факел. Ткани факел — это не то, что мне нужно. Так, не могу брать. Что? Не могу спать почему-то. Ну, это, видимо, графская кровать. Наверное, поэтому. Так, мною обнаружено тело графа Голдвайна. Мне нужно отнести его кольцо с перчаткой Савлиану Матиусу. Ну, пойдем. Граф выпилился, блин. Пора относить все остальное. Подожди, а это что? Да блин, я не хотел перо. Нахрена мне... Нахрена мне перо? Ищи сейчас его. Что, кого-то щекотать собираешь, что ли? Надо выбросить его. Хотя оно не весит, конечно, ни хрена. Давай, давай. Все. Блин. Так, пергамент. Я думал, можно взять его. Да твою мать, что я взял опять? Чернильница. На какой она мне хрен сдалась? Песочные часы, блин, я бы взял. Ладно, здесь ничего нет. Подожди. Пергамент, путеводитель по бравиру, это все, конечно, здорово. Блин, все одно и то же. Ладно, погнали. Так, это свечка. В Морвинде я собирал свечку. Пойдем, пойдем. Я знаю, куда идти, все будет хорошо, не очкуйте. И по идее у нас уже нет врагов. Мы же всех убили, да? Хотя не знаю, сейчас нарисуются какие-нибудь клоуны, наверное. У нас трое, в конце концов. Два мечника. Кстати говоря, он просто лук спрятал, понял, за шиворот. И достал меч. Вот теперь он более серьезный воин. Мы здесь. Оп-оп-оп. Я прыгнул на графский престол. Где граф? Почему он не с тобой? Мне очень жаль, но его нет в живых. Лежит лицом вниз в луже крови. Но давай так не будем, наверное, говорить. Не очень это уважительно. Мне очень жаль, но его нет в живых. Мы опоздали? Если бы только мы могли прибыть сюда раньше. Воистину, это черный день для всех нас, кто остался в живых. Но все равно спасибо. С твоей стороны было благородно помочь нам. Кольцо графа тебе случайно не попадалось? Нет, 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 ничего не было. Найди его немедленно. Это единственное, что у нас осталось. В смысле? Подожди, как... Кольцо графа у тебя? Как не у меня? Я ж подобрал его. Найди его немедленно. Это... Да ты прикалываешься, я ж забрал кольцо. Ну, давай посмотрим. Блин, я, короче, его не обыскал. Бронзовый амулет и вот кольцо. Вот, калавианское кольцо-перчатка. Вот что мне нужно. Вот что я не взял тогда. Просто мне показалось, что... Когда я обнаружил графа, я и забрал кольцо. Витрина.
Там ничего нет почему-то. Ну ладно, неважно. Все, обратно в путь. Я иду с кольцом. Кольцо графа у тебя? Кольцо графа у меня, вот оно, держи. Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Мне он все равно больше не нужен. Я устал от сражений. А тебе он может очень даже пригодиться. Так, коловианское кольцо, перчатка удалено. Кераса Квача добавлена. Задание завершено, битва за замок Квач. Так, Мартин. Он должен быть где-то здесь, в лагере. Он был вместе с людьми, которых мы освободили из часовни Акатоша. Я понял, подожди, а что дальше-то делать? Еще увидимся. А! Говори. Смотри-ка ты. А ты куда пошел? А, ну он пошел, наверное, охранять. Я так понимаю, что все. Мы типа очистили территорию, зачистили. И все по красоте сделали. Подожди, а куда, кореш? Мы через столько и прошли вместе. Куда ты уходишь? Я слушаю тебя. Не бросай меня, подожди. Где ты? А, вот ты здесь. Все, подожди. Подожди, что он мне передал? Давай посмотрим. Защита. Сколько у меня ожерелий, ты посмотри. Так, Кераса Квача. Защита 3, а у меня... Блин, защита 5. И за каким хреном она мне сдалась? О, повышение выносливости, смотри. И повышение силы на 2 единицы. Постоянный эффект. Но ее можно продать. Блин, потому что она мне в принципе не нужна. Ты со мной идешь, нет? Подожди, а что делать? Типа все? Типа миссия закончена моя на этом. Так, рычаг ворот, но он уже открыт. Да. Что такое, гражданин? Что такое, гражданин? Мы с тобой прошли через такое, что можем называть друг друга уже братья. Понял, по оружию, гражданин. Вот на этом красивом моменте сегодня и закончим. Всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо за комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.